Синхронизацию отношений пока не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, сколько месяцев нужно практиковать? Для того, чтобы коды начали срабатывать, восхищайтесь вашим мужем и восхищайтесь вашей женой. Также очень рекомендую использовать мантру «Ом Модро», читая ее утром. Почему? Или вечером, находясь в своей квартире. Таким образом, тот человек, который рядом находится, начнет вас обожать. Кстати, я приглашаю всех завтра на участие в нашем сангая, который пройдет в обеденное время, его буду демонстрировать в своей квартире. Дальше элементы эзотерики. Первый элемент эзотерики называется десятисвешник. Десятисвешник. Очень часто бывает, что человеку абсолютно не везет в его жизни. Для того, чтобы убрать невезение у человека, используется вот такой десятисвешник. Каким образом он используется? Вот в эти отделения вливается оливковое масло, после чего отрезаются маленькие ниточки, толстенькие такие, желательно из бечевки, веревка такая, так, чтобы они свисали. Вмакивается в это масло и после этого напитывается и поджигается аккуратно все 10 этих светильничков. После этого необходимо стоять сзади человека и необходимо от ног и до затылка сделать 10 движений медленных вот с такой лампой. Что это сделает? Это уберет кармические привязки к невезению, к невозможности выйти замуж, к невозможности зарабатывать денег, к невозможности быть счастливой, к невозможности быть здоровой и так далее. Если так делать, то человеку становится сразу же легче, он чувствует внутреннее состояние.